Ayrıca şöyle dedi. Bu rahim denilen kesenin içinde huzur var. Bu rahim denilen kesenin içinde mutluluk var. Bu rahim denilen kesenin içi cesaret dolu. Bu rahim denilen kesenin içi ağabey dolu. Ruhunuzun bunu size söylediğini duyun. Huzur, mutluluk, cesaret, ağabey hayat. А теперь услышьте, как ваша душа, вы находитесь внутри утробы матери, и ваша душа вам об этом говорит. В этом месте, которое называется матка, на турецком, на арабском рахим, то есть милость, переводится как милость, рахим, матка. В этом месте вы наполнены и живете умиротворением. Это место наполняет вас радостью и счастьем. И это место, которое называется Рахим, Матка, наполняет вас вечной энергиями вечной жизни и наполняет вас энергиями божественных знаний и исцелений. Dokuz ay boyunca sen bu anne rahminin içinde alemlerin ötesinin bereketi içindesin. Sen burada saadetin ötesi içerisindesin. Sen bu rahmin içinde farkındalığın bereketi içindesin. Farkındalık her yöne, sonsuz ve sınırsız. Ruhunuzun size bunları söylediğini duyun ve şimdi o rahmin ne kadar pırıl pırıl parladığını, ne büyük bolluk bereketlerle dolduğunu hayal edin. И услышьте сейчас, как ваша душа вам говорит внутри утробы матери. Вы находитесь там, и ваша душа вам говорит, здесь ты находишься за пределами счастья, за пределами энергии счастья, за пределами энергии сверхизобилия, за пределами энергии сверх жизни, то есть сверхвечной энергии вечной жизни, энергии умиротворения. И увидьте, как матка, в которой вы находитесь внутри утробы, рахим на турецком, рахим — это милость, переводится «милость». И она изнутри начинает светиться, наполняется прекрасными оттенками света, прекрасными лучами света и становится местом, переливающим множеством различных энергий, множеством света и любви. Anne rahmin içinde iki yumruk büyüklüğündeki bir alanda bakın ne varmış: şifa, bereket, bilgelik, huzur, mutluluk, cesaret, yüksek enerji, ağabey hayat ötesi, alemler ötesi, saadet ötesi, sonsuz farkındalık varmış. Dolayısıyla siz iki yumrukluk bir alanda değil de kendinizi Marmara Denizi'nde, Marmara More'de hayal edin. В этом маленьком пространстве утробы матери, в этом маленьком пространстве, как размером два кулака, в этом утробе матери, посмотрите, как много прекрасных энергий, как много энергии жизни, умиротворения, счастья, энергии абхаятотесин, то есть энергии за пределами вечной жизни, за пределами счастья, за пределами изобилия. Увидьте эти прекрасные энергии, наполненные внутри утробы матери. И вы находитесь в таком шикарном, божественном пространстве. Это пространство мраморное море. Увидьте, что вы находитесь в этом мраморном море. Это
ömrünüzün tamamının bu rahimde sonlanacağını da düşünmeyin. Siz daha bu rahimden çıkacaksınız. Annenizin göğsüne gideceksiniz. Orada süt emeceksiniz. Sonra sokaklarda koşacaksınız. Sonra genç olacaksınız. Sonra belki uzayın dışına çıkacaksınız. Uzay turisti olacaksınız. Belki astronot olacaksınız. Başka gezegenlerden dünyamıza ve kendi hayatınıza bolluk bereket getireceksiniz. Ve sonra da beşinci boyuttan imkanlar getireceksiniz. Hayat sadece bu küçük balondan, anne rahminden ibaret değil. Ve sizin hayatınız burada bitmeyecek. И, конечно же, не думайте, что вы всю жизнь проведете в этой утробе матери. Через некоторое время, конечно же, вы еще родитесь, станете взрослым, молодым человеком, молодым юношей или девушкой. И, конечно же, вы достигнете, еще увидите этот прекрасный мир. Возможно, кто-то из вас станет астронавтом, возможно, еще кто-то станет великим человеком и принесет в этот мир изобилие. За пределами этого материального мира, с пятого измерения принесут идеи, изобилие, процветание, высокие вибрации. Ve 9 ayınız doldu. Anne rahminde bir plasenta içindeyiz. Hayır, artık doğma zamanı geldi. Annemizin doğurmasına bir saat kalmış ve annemiz bizi evde doğuracak. Komşu kadınlar gelmişler annemize doğumda yardımcı olmaya. Komşu kadınlar evimize gelirken küçük çocuklarını da getirmişler. Herkes bizim doğumumuzu dört gözle bekliyor. İta. Увидьте, что уже 9 месяцев подходят к завершению, и остался час до вашего рождения. Ваша мама рожает вас дома, и пришли соседки, которые помогут ей родить. Они привели своих детей, и все ждут вашего рождения. Annemizin rahminden çıktık, dışarı alındık ve annemizin avuçları içerisindeyiz. Ve yan tarafta da bizim plasentamız duruyor. Plasentamız bir balondu ve içi boşaldı. Şimdi bakın nasıl da yan tarafta duruyor. Aynen bir heybe gibi. Çobanlar sırtlarına çantalarını koyarlar ya. Aynen bir heybe gibi içi boş duruyor. Ve annemiz bizi avuçlarıyla tuttu. Bir metre havayı kaldırdı, komşulara gösteriyor. Hayal edin. Увидьте перед глазами, как вы родились, и плацента, она, плацента, в которой вы находились, она как мешочек в стороне лежит и сдулся. И ваша мама подняла вас на руки, взяла вас на руки и подняла вас вверх. И все... Всем показала, что вы родились в этот мир. Увидьте эту сцену, увидьте эту картину перед глазами. Lütfen, herkes, içinden çıktı o plasentayı görsün. Ve daha 2 dakikadır annemizin karnından çıktı. Plasentamızı görelim. Kendi bedenimizi görelim. Каждый из вас это четко увидит эту картину, что всего лишь 2 минуты, как вы родились, и вы смотрите на эту плацебо, и видите вот эту плацебо, и видите, что оно лежит в стороне, как маленький мешочек, и ваша мама держит вас в руках, поднимает вверх над головой. Bu plasentanın dışına çıkacağımızı söylediğimde bana inanmış mıydınız? İnanmıştınız. Peki bu plasentanın içinden çıktınız. Bu dünyanın dışına da çıkabilir miyiz? Çıkarız. Bu uzayın dışına da çıkabilir miyiz? Çıkarız. Hazır mısınız? А теперь
Когда вы увидели, что вы вышли за пределы этого плацебо, из этой плаценты, материнской плаценты, вы уже поверили о том, что вы могли выйти за пределы этой материнской утробы. А сейчас вы увидите, сможете ли мы выйти за пределы этого мира, этой планеты или за пределы космоса. Сможем ли мы выйти? Конечно же, сможем. Biz daha 4 dakikadır dünyadayız. Annemiz kollarını uzatıyor. Hayal edin. 1 kilometre gökyüzüne kaldırdı annemiz bizi. Annemizin kolları daha da uzadı. 10 kilometre, 100 kilometre ve atmosferin dışına çıktı. Hayal edin. Annemizin kolları bizi 1000 kilometre, 10.000 kilometre dünyadan dışarı çıkarıyor. Ve Yüce Allah'ın nuru bizim bedenimizi yıldız gibi parlatıyor. Hepiniz lütfen bunu hayal edin. А теперь увидьте, пожалуйста, что ваша мама подняла вас на ладонях вверх, вверх и еще выше, 1000 километров выше этой планеты. И вы уже находитесь в космосе, вы находитесь в этой атмосфере за пределами нашей планеты. Увидьте, что руки вашей мамы еще выше подняли вас, и вы находитесь за пределами этого вселенского пространства. И увидите, как божественный свет светится на ваше тело, и ваше тело наполняется этим божественным светом, как звезда. Вы начинаете светиться, как звезда. Ve hayal edin, annemizin kolları hala uzuyor. Güneş sisteminin dışına çıktık. Galaksilerin ötesine geçtik. Uzay boşluğunun orta yerindeyiz. Yüce Allah'ın nuru bütün bedenimizi bir yıldız gibi parlatıyor. Продолжайте видеть, как руки матери поднимают вас все выше и выше. И вы уже за пределами Солнечной системы, за пределами этого вселенского пространства, за пределами этого мироздания. И божественный свет наполняет ваше тело божественным светом, нуром. Аллах наполняет ваше тело этим светом, и оно светится все ярче и ярче, как звезда. Annemizin avuçları içerisinde hayal edin. 10 yaşına, 20 yaşına, bugünkü yaşımıza kadar geldik ve biz büyürken gökyüzünde, uzay boşluğunda ne kadar yıldız varsa, ne kadar gök cismi varsa hepsi enerjilerini ışık olarak bizim bedenimize göndermişler. Ve Yüce Allah'ın nuru hep bizim bedenimize akmış. Bütün yıldızların bolluk bereketi sadece dünyanın değil. Bütün galaksilerin bolluk bereketi bizim bedenimize akmış sadece dünyanın değil. Ve aynı zamanda bütün boyutlardan süzülüp gelen Yüce Allah'ın nuru bolluk bereketi olarak bizim bedenimize akmış. Bugünkü yaşınıza gelinceye kadar bunun böyle olduğunu hayal edin. Bir dakika ben susayım, bunu hayal edin. Ровно минуту представляйте, как материнские руки поднимают вас выше и выше, и этот божественный свет наполняет ваше тело. И в этих материнских руках заботливо увидьте эту заботу, что эти руки поднимают вас выше и выше. И с каждой звезды, которую вы видите во вселенском пространстве, направляется к вам свет. И этот божественный свет бесконечно наполняет вас энергией. И увидьте, что эти руки матери, они держат вас заботливо, и они поднимают вас все выше.